Привет всем, дорогие друзья, с вами погнали Let's Play. Мы продолжаем проходить игру Красок Соседа, украинская версия. Погнали. У нас уровень велика прання, большая стирка. Сусід затіяв велике прання, сосед затіяв большую стирку. Треба прибрати всю брудну білизну і помити підлоги. Нужно постирать всю грязную одежду и помыть полы. После прання белизну треба высушить и выгладить. После стирания одежду нужно высушить и погладить. Зная это, Вуди сразу же понятно... Зная Вуди, сразу понятно, что у соседа забот появится намного больше. Вот так. И мы об этом позаботимся. Ну что, соседушка, готовься. К тому, что у тебя завод станет намного больше, чем было. Я не стану сусіда, усе і велике броня. Па-па-пам. Открываем тумбочку и быстро бежим сюда. Вон наш соседушка опять ходит. Так, тихо. Ну-ка, давайте смотрим жердинку, эту жердочку, на которой раньше попугай сидел. Ходим тихо, а то эта собака злая. Может проснуться и начать кричать. О май гад. Кажется, я понял, что случилось со свинкой. И что случилось с бедным попугайчиком Чили. Как же их жалко-то, а? Сосед варвара. Всех их поубивала. Ну ничего, сейчас мы его проучим за это. За то, что он животных поубивал. Так, мы не успеем под кровать. Под кровать быстро. Не в том смысле, что мы под кровать не успеем. А в том смысле, что мы вниз не успеем. Так. Ну что ты у нас, гладить будешь, а? Похоже, что да. Ну а мы тем временем быстро отсюда убежим. Потому что... Ну, чтобы время свое занять. Сначала возьмем порошочка тогда давайте. Чтобы соседу было нечем стирать. Ну, ладно, мы все-таки добрые. Мы давайте совсем буквально капельку порошка соседушке оставим. Чтобы ему хоть капельку, но было чем стирать. Я думаю, уже можно начать вот троллить нашего соседа. Быстро. Все делаем быстро, потому что соседушка вернется с минуты на минуту. О, блин! Блин! Вот так всегда, когда надо сделать что-то быстро, то у тебя никогда это не получится сделать быстро. Давай! Ай! В шкаф, 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 шкаф! А иначе соседушка нас сейчас заметит и там таких люлей пропишет. А мне этого не сильно хочется, так что бежим. Моя нога! Все мое тело! Ай! Так кто же сюда этот провод? Кто положил сюда этот долбанный провод? Так, ну сейчас постираю тогда одежду свою, любимую, моя любимая кофточка. Какого хрена она стала красной? Кто в стиральную машинку вина налил? Кто это сделал? Найду, убью. Но только ты нас не найдешь, мистер сосед. А, так, тупанул немножко. Ай! Еще и сушилку испортили! Блин, а ведь так хорошо день начинался, да кто мне его опять портит? Всю мою жизнь мне портят. И даже хороший день испортить умудрились. Так, понял. Ждем, пока появится одежда на этой сушилке. Так, ну блин, ну что, пес что, ковер что ли опять обосрал? Блин, ну придется теперь его чистить, ничего не поделаешь. Ай! Что за хрень? Ай, как воняет! Ай, пыль толпаная! Подожди, это что? Это не говно, это земля! Да кто ее сюда насыпал? Еще пылесос мне испортил! Да ладно, неважно, пойду-ка я лучше одежду свою поглажу, любимую.
Только сначала ее надо высушить. Ай! Да проклятые шайки! Кто это сделал? Кто сюда шайки положил? Блин, ну ладно, может это я. Случайно расшипал, забыл убрать. Ладно. Так, соседушка, мы тебе сейчас окажем такую услугу. Мы тебе такую, хорошую такую услугу окажем. Теперь ты у нас будешь одет по последнему писку моды. Утюг! Да что ж такое? Походу я правда начинаю стоять. Забыл утюг убрать. Что ж я, блин, что ж со мной такое? Походу я правда начинаю стоять уже. О, какого хрена? Что с водой в аквариуме? Какого хрена там вспенилось? Секунду. Это что, корм со стиральным порошком? Ладно, пойду. Уже, пожалуй, лучше белье сниму. Я думаю, оно уже должно было высохнуть. Мое белье! Моя любимая одежда! Ну блин, ну теперь же придется опять ее стирать. А я так это не люблю. Я так не люблю стирать. Вот так вот мы проучили нашего соседа на все 97%. Мы его проучили. Я думаю, что теперь наш соседушка будет более внимательнее после этого всего. Он будет более внимательнее в том плане, что будет проверять, какой именно корм он сыпет в аквариум своим рыбкам. Ну, что же, ребята. А вам, я надеюсь, что понравилось это видео. Если это так, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал, чтобы узнавать о новых роликах самым первым. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.